Я бачила, як ти викоюєш корів. Да, білі корови. Ну как, типа, это было по часам яром. Да, то есть мне, я пришел к местным, они говорят: «Колян, мы типа хотим эвакуироваться, но куда нам деть наших коров?» И как бы я нашел скупщика этих коров, договорился с ним. Как бы, ну просто людей сконтактировал. То есть скупщик приехал за коровами, забрал этих коров. Купил. Я еще, кстати, 5000 гривен докидывал, потому что они в цене не сошлись. Mm-hmm. Ну, так сложилось, что там как бы цены на скотину меньше, чем, например, здесь. И да, я 5000 гривен доплатил, и коровы этих забрали. Ну, мы их погрузили потом, да. А потом через 3 дня я эвакуировал уже тех людей. И все окей. Собак, котів теж вивозишь? Да, да. Все, всех, кто влезет в машину, всех можно, короче, эвакуировать. Давай. Все, поехали. Давай, помогу, може. Давай, Катя, давай, давай. Давай, давай. Давай, маленькая, давай. Буде все равно. Давай, давай, вверх, 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 вверх. Идем, маленький, идем. О, какой ты, смотри, побежал, побежал. Давай, к мамочке. Ждите меня, я буду. Все, я поняла. Чтобы были собраны. Я приїхав, ми швидко загрузились і уїхали. Ну, я бачу, що ти там так дуже швидко все робиш. Ти говориш, давайте швиденько, без речей. Діло в тому, що от ця спешка мені вже раз за 4 спасала життя. Тому що от в часом, я не знаю, навіть ну, і в Бахмуті були всякі ситуації, але в часом Яру там ми їхали на евакуацію мужичка. Подъехали к нему, забрали его, поехали к нему под подъезд. Он говорит: подождите меня возле подъезда, быстро сейчас возьму вещи и уйду. Я говорю: нет, дружочек, говорю, давай я стану за девятиэтажку, спрячусь, а ты, говорю, иди за вещами и выходи к нам туда. Он говорит: хорошо. Я только отъезжаю от этого подъезда, заезжаю за девятиэтажку, и туда прилет, я не знаю, 120-ки или 152-го. Но что-то очень крупное было, потому что это было от нас 100 метров, а в ушах зазвенело так хорошенько. Люди! Эвакуация! Люди! Эвакуация гражданского населения! Расскажи про свои поранения, будь ласка. Приятель мой уговаривал бабушку на эвакуацию. А я просто снимал, тогда как раз русские били по нашей пехоте там штрапельными такими боеприпасами, я впервые такое видел. Я как бы стою, смотрю, типа, и думаю, засниму. Я взял, как бы заснял эти прилеты, то есть, и застоялся на том месте, они как бы подлетели и скинули на меня ВОК с дрона. В каску один осколок попал, потом в спину на сантиметр выше плиты, один касательно прошел левой ноги, второй влез в ногу, в 2 сантиметрах, даже меньше, наверное, так, от моих гениталий, и один мне порвал капюшон, ну, короче, все четко было, то есть легкое, скажем так, ранение и маленькая контузия, как бы, мы поехали в Славянскую больницу, все окей, ну, как бы. Ну, зараз які в тебе наслідки, ти відчуваєш? Ну, пам'ять чуть плохая, там, меня он недавно, когда, 3 недели назад в Бахмуті контузило, какой-то крупный калибр попал в комнату, а я был, типа, с другой стороны этой комнаты, ну, слава богу, не внутри, как бы, и, да, но, блин, на память влияет. Я, кстати, еще даже к врачам не ездил, надо съездить. Сука, меня, походу, ранило. Что-то в ногу, походу, попало. Фух, надо уходить отсюда. Ух, и фартануло, блядь, 10 метров от меня. Сюда я зашел. Як ти оце людей обманюєш? І коли просиш їх евакуюватися? Да я взагалі людей не обманюю. Раз у мене була ситуація, коли там я 10 разів їздив к бабушці к одной. Она... 10? 10. Около 10 разів в часу миру. Я їздив в Бахмут, по пути в Бахмут заїжджав к ней, говорив з нею. Вона там все. Я вже там у нього як член сім'ї був. Короче, раз в 3 дні к ней заїжджав, раз в 2 дні. Короче, там взагалі ситуація в чому? Бабушка сліпая. Я об этом узнал только на третью встречу. Я не знал, я все время к ней ездил, я думал, она зрячая. А потом мне говорит, она, типа, я слепая. Я приехал к ней, она говорит, я не вижу, типа, говорю, в смысле, а как вы же видели? А у нее сын тогда пропал. Он как оказалось, там где-то или загулял, или забухал, я не знаю.
То есть сын это единственный, кто за ней там смотрел, помогал. И я к ней, короче, приезжаю, сына уже нема. Ну, я ж думаю, ну, по-любому его убило. Где-то и шел там, и его снарядом лупануло, и он там и лежит. Типа, ну, ну, типа, что, говорю, надо по-любому, думаю, теперь эту бабушку 100% нужно эвакуировать, бо она тут тоже завернется без сына, без присмотра. И вот это же ездил к ним, потом на пятый или на шестой приезд и сын уже появился. Я говорю, где был там, что? Ну, короче, там загулял он. Ну, такое бывает. Там реально, ну, некоторым людям, ну, а что там еще делать? Как бы готовить утром в обед и вечер пищу на костре, сплетничать, обсуждать вопросы там какие-то по прилетам, отлетам, кто откуда стреляет. Там на самом деле местные ситуацию по артобстрелам, наверное, знают лучше, чем некоторые наши военные, потому что они как бы они уже по звуку ориентируются, у них настолько вот это вырабатывается это чувство. То есть это как один там один чувак, он нормальный был до войны, ну, не бухал, ничего. Началась война, он сбухался там, он начал пить, вести аморальный образ жизни. И постепенно превратился в такого, короче, Сенечка. И говорит, сижу, типа, я его впоследствии потом эвакуировал, там была веселая история. Сестра сказала, любой ценой его эвакуируй, говорит, надо там, свяжи его, короче, ну, ну забери его, чтобы он у меня был, типа, потому что он там умрет. А сестра нормальная, все, там, как бы нормальная женщина, и он нормальный был. Просто вот этот год скатился прям вниз вообще, и просто вбухал в подвале. То есть, и типа он такой сидит, говорит, блин, я, говорит, сидел, короче, на парапете, говорит, этот, сижу, говорит, сижу, тут прилет, и мне куском, короче, земли, типа, по голове, типа, прилетит. Я говорю, чего, земли? Говорит, да, земли. Говорит, ну, типа, осколок где-то в землю влетел, и мне, я говорю, ну, так в часовом миру, как не осколок, так куском земли, типа, поеб... прилетает. Блин, чада. Ты его вывез? Я вывез, да. Я там, там веселая была история. Я в том подвале часто бывал. В оконцовке дошло до того, типа, что я захожу в подвал, а он там, типа, я захожу в подвал, там двери спокойно можно было открыть, да, там уже двор такой разваленный. Я подхожу, хочу дверь открывать, и они вот так выпадают. Я их так положил на пол, захожу во вторую, вторая дверь такая же тоже выпадает. Ну, уже все, типа, от ударных волн уже, ну, настолько там развалили тот двор, что этот. И я к нему приехал, он такой, говорит, я эвакуироваться не буду, я на него накричал, надавил, типа, там, немножко подпугнул, чтобы, типа, это, ну, как бы все делали для того, чтобы его спасти, скажем так. И он эвакуировался у меня как миленький. Да, там были матюки, скандалы, но, тем не менее, он сейчас где-то там с сестрой, насколько я знаю, все у него хорошо, он трезвый. Не пьет? Не пьет, не. Ну, не, ну, понимаете, спасибо волонтерам, которые сахар туда возят и дрожжи. На самого. Ну, типа, да. Чого? Ну, ну, волонтеры ж понавозили туда столько еды, что некоторые люди и уезжать не хотят. И в некоторых ситуациях эта гуманитарка мешает людей вывезти. Они, типа, говорят, заберите гуманитарку, типа, ну, как бы, там целый ящик этой гуманитарки. Там настолько в некоторых медийных населенных пунктах, как там Бахмут, это может быть, Северск, там заходишь в подвал, и там вот так все подвалы завалены просто этой едой. Я понимаю, типа, там, как только село деоккупировали, да, как бы туда, типа, есть смысл возить еду, потому что люди голодные. Русские там особо, типа, их не кормили. Там, например, тоже Торское взять, они два раза за все время привозили еду, раскрутили это по всем своим телеканалам, показали, типа, вот мы, как они это называют, в освобожденных территориях, типа, кормим людей, по факту два раза их покормили и отвалили. То есть, и как бы все это время люди выживали на своих харчах. Я осталась сейчас, осталась без зарплаты, без работы, без ничего. Нет, она ходит там работать. И мне 55 лет, кому я нужна? Работают. Там он люди на пособие молодцы, живут, ну, в той, да, же Франции, молодцы, выезжают. Вы, есть варианты, как выехать? Ну тут же реально можно просто жмурануться. Ну хай лучше я жмуранусь, но я лучше в хате останусь, понимаешь? У меня две собаки маленькие. У меня две собачки чихуашки. Я их не брошу здесь, потому что посмотри, сколько их. Скоро их стрелять начнут, потому что они кидаются. Ну какой нам резон отсюда выезжать? Лучше уж тут останемся, при себе. Є, мабуть, такі, що не хочуть виїжджати, бо чекають русський мір. Є, ну, такі, погодься, є, такі. Є багато такі... було таких на твоїй практиці? Ну, блін, наверное, процентів... Розкажи, вони ж тобі в очі говорять, що, нет. Колі, їдь, я не хочу з тобою їхати, я хочу ні, зустріти... Ні, в очі не говорять такого, вони бояться таке говорити. Ну, ти це бачиш, як би, є такі люди. А як ти бачиш?
Ну, вообще по повадкам, по разговору, то есть они как бы, да, ну, у меня же опыт уже какой, бачу. Да и, ну, не хотят, пусть, ну, понимаете, в чем ситуация, типа, ждуны, которые там до последнего сидят, у них тоже доля не особо завидная, то есть они, как правило, там, наверное, 80% умирают, вот, когда ноль доходит до ихнего подъезда, хаты, то есть там же ужас, что творится, там постоянная артиллерия, там, как бы, ну, они реально живут там, некоторые ждуны, вот то, что сейчас вот я знаю с Бахмута, ну, наверное, тоже ждуны, я там, то есть их не видел, вот они там сидели, да, они живут полностью на подсосе у военных, то есть пьют ихнюю воду, военные их кормят, то есть даже волонтеры ничего не подвозят, как бы, и вот даже вот была ситуация там, где покойный, его, кстати, он убили 5 дней назад в районе самолета с 93-й бригады Пацик, позывной «Банан». Рассказывал мне, как они заходят, у них там КСП, то есть он идет, в конце там в подвале, короче, ноги торчат, типа, он подходит такой, а там дед лежит, тряпочкой такой влажной накрыл, типа, лицо, типа, ну, пыль лежишь в подвале, чтобы пыль не заходила, накрыл лицо, типа, и лежит, типа. Ну, то есть вот там вот в таких условиях до последнего жили люди некоторые, да. Скорее всего, это ждуны, да. Километр отсюда, дома взрываются, все горит, что вы робите? Так какой километр? Вы думаете, нас гами, чи нет? Что вы ждете? Кого вы ждете? Вы про дітей подумайте. Сьогодні прилітає снаряд сюди, все, нема жизни. Не ваше, не дітей. А чого ви нам угрожаєте? Я не угрожаю вам, это русские вам угрожают, а не ми. Я звернула увагу, що на твоїх відео дуже багато лишається там чоловіків. От якось жінок, мені здається, менше. Дуже багато. А от чоловіків більше, ні? Вони залишаються в своїх будинках? Та, ну, все, как бы... Ну, да, є і таке. Є, от, наприклад, мужик своїх, короче, там, женщин відправив десь на Западну, а сам, типа, сидить, как бы, оберігає имущество. Є і таке. Ну, як правило, будем исходить из моего опыта, даже такие последние моменты эвакуируются и молят, чтобы их забрали. Вот как вот был мужик с Бахмута, это с района школы, то есть мы туда ездили зимой, я им говорил, говорю, ты сдохнешь тут, если досидишь до нуля. И говорю, дело до тебя никому не будет, ты умрешь. То есть никто тебя отсюда не эвакуирует. Мы сюда тоже ездить уже не будем, когда тут прям будет жопа. Он говорит, да не, ну буду сидеть, все, типа, этот... Потом, через... я ему оставил свой телефон. Потом, по истечению 3 месяца, он звонит. Говорит, Коль, привет. Привет. Типа, это я. Типа, пожалуйста, забери. Там, ну, упрашивал, типа, приедь, забери. А я на тот момент, тогда еще туда не ездил, я не мог скоммуницировать его. Я тогда просто налаживал контакты с бригадами, чтобы, ну, просто реально туда ехать самому было не совсем... Как бы и с дорогами там проблематика, я думаю, те, кто следил за развитием событий, понимают, о чем я говорю. То есть там дорога, ты едешь в некоторых участках, там 300 метров до русских, там как бы там по тем могут из танка вальнуть, из Птура, Корнета, там что хочешь, из пулемета, ну. И как бы я прорабатывал это все, я тоже не звонил, звонил, я говорю, жди, жди. И потом типа все, он где-то пропал, мы поехали на эвакуацию, вот это же 2-летней девочки. И я его сдыбал там во дворе, типа, говорит, о, Колян, ты же говорил, типа, ты не можешь сюда там доехать, то все, типа, говорю, ну вот смог. И он, типа, как бы умолял меня, приедь, забери, а я же не знал, ну, получится, не получится, там все менялось каждый день. Там реально вот за 10 минут, что ты вот стоишь на какой-то месте, там могут зайти в квартал, ты же туда не выйдешь. То есть там реально ситуация очень динамическая была, это трудно объяснить. Ну, ты стоишь и не можешь понять, где тут линия фронта, потому что везде перестрелки, везде свисты эти... Ну, это ужас, короче. И все-таки потом, на второй день, за ним поехал военный, тот, который со мной был сам. Я тогда, я не помню, что я не смог поехать. И он забрал его, да. Как бы вот повезло. А є такі, що там ти приїжджав, говорив їх, давайте евакуюйтесь, вони не схотіли, а потім ти вже дізнався, що да, загинули вони? Так, много очень. Серйозно? Конечно. Ну, чоловік 20-30 мінімум на пам'яті. Ну, там, де я знав, много ж чого я не знав. Да. Да было вот такое, ты приезжаешь, типа, женщина в Заречном, это когда его деоккупировали, это за лиманом, Заречная, Торская идет, когда русских отогнали за Торская туда немного, в Зеленку, была женщина, мы так случайно, как с Торского эвакуировали, мы бусы ставили в Заречном, прятали там в посадке, а маленькими машинками в Торское гоняли, людей перехватывали и свозили, и там мы поставили машины возле ее хаты, она выходит, о, ребят, вы волонтеры, да, у нас как раз хлеб был, мы ей хлеба дали, она там как раз готовила в кухне что-то, готовила на вареники,
типа насух, я похавала, не, она насухо села, ну что, что не поесть? В Заречном нас вот женщина очень хорошая. Я не буду снимать ваше лицо. Согласилась покормить, сделала нам вареников, чая. Как вот зовут вас? Не скажете мне? Ну, она настолько хорошая, что не хочет даже, как говорится, хорошими делами нельзя хвастаться. И она говорит, не снимай меня, Колян. Так сейчас звучит Заречно. За вас. Она мне сделала чай с лимоном. То есть откуда у нее там лимон взялся, я не знаю. Но тем не менее он был. Как бы сделала чай с лимоном, мы попили, все, я с ней говорил. То есть, ну, типа, давайте мы вас вывезем. Она говорит, а у нее реально там дом был неплохой такой, красивый дом. Она говорит, я боюсь, типа, все это оставляю, типа, ну, мне некуда ехать. На вокзале жить тоже не хочу. Умру, так умру. И через 2 дня она умерла. Ого. Да. Ты дизнался, да, про это? Да. Да, она как раз была, туда вроде готовила что-то в кухне, в той же летней. Это не прям в доме, а в летней кухне. И туда был прилет, как что-то крупного. Кстати, возле ее хаты тоже торчал неразорванный ураган. Mm-hmm. То есть концеви. Ну, короче, ну, серьезная штука. Это вот здесь так хоронят в Северске сейчас людей? Да. Потому что ж не вывозят. Там уже навряд ли и кладбище есть. Да? Ну, оно ж возле ГО как раз, mm-hmm. понимаешь? Вот прямо на огороде, в помидорах, так вот сейчас в Северских. Где? Это получается отец похоронил своего сына? Да.